Как обеспечивается контроль за проведением голосования? Любой гражданин может бесплатно пройти обучение в своем регионе и стать наблюдателем. А еще на выборах будут работать международные наблюдатели и эксперты почти из 100 стран мира. Наблюдатели контролируют все этапы голосования в помещении для голосования и при голосовании на дому. Контролируют соблюдение процедуры подсчета голосов. Выбираем вместе.